Однажды один из толпов отечественной математики, основатель крупнейшей в СССР алгебраической школы Академии Гравы, пошутил. Ученые вообще любят шутить и зачастую смеются даже над тем, что почитают превыше всего на свете. Итак, Гравы в шутку заметил, что алгебра – наука в сущности буржуазная. Учитывая время и место шутки, Киев, 20-е годы 20 века, нетрудно предугадать ее последствия. Хотя то, что произошло дальше, пожалуй, чересчур даже для людей с полным отсутствием чувства юмора. Для начала чтение курса алгебры в Киеве запретили на несколько лет. Научные работы не публиковались, а вопросы социального происхождения стали неотразимым аргументом не только при приеме в вузы, но и в решении исхода научных дискуссий. Чуть позже, в начале 30-х, уже в Харькове, молодой и перспективной столице, где была власть, от которой зависело многое, если не все, и где великим ученым Бернштейном был создан Институт математики и проведен первый всесоюзный математический съезд, куда съехались крупнейшие математики мира. Так вот, в таком продвинутом и прогрессивном Харькове самого Бернштейна начали травить за то, что он не понимал, как можно законы математики выводить из марксистско-ленинской философии, а также не понимал, и это уже был настоящий бунт, роли товарища Сталина в математической науке. А еще позже, уже в 60-е годы, партийное руководство всячески противилось открытию в Харькове средней школы с математическим уклоном. Противилось из резонных соображений, что приоритет математики пагубно скажется на изучении такого важного предмета, каким, несомненно, является история партии. И тем не менее, в Киеве в 20-е годы были ученые, которые находили в себе мужество вести научную работу, пусть даже в стол. Харьковский институт математики, после отъезда не смирившегося с диктатом Диамата и Истмата Бернштейна, продолжал работать. А в 1963 году в Харькове, в старинном здании на Мариинской улице, все же была открыта физико-математическая школа номер 27, которая и по сей день дарит миру гениальных ученых. Но все эти, казалось бы, не связанные друг с другом события, тем не менее, имеют общий корень, а вернее общее лицо, так как за ними стоит один человек, ставший целой эпохой математического знания – Наум Ильич Ахиезер. Талантливый ученик Гравы, он начинает свою научную деятельность в Киеве. И уже там, несмотря на недосягаемую высоту парткомов и правкомов и пренебрежительное отношение к науке, создает свои первые работы по конструктивной теории функций, которые принесли ему международное признание. В 30-е годы он переезжает в столичный Харьков и после отъезда негодующего Бернштейна совершает поистине героический по тем временам поступок. Возглавляет Институт математики, который находился вот здесь, на территории Уфти. Более того, Наум Ильич Ахиезер превращает институт в настоящий центр научного общения, обмена идеями и рождения новых проектов. С этого времени и до конца жизни Наум Ахиезер был неразрывно связан с Харьковом и харьковской наукой. Лишь 2 года в Московском энергетическом институте, сразу после эвакуации, выбиваются из этой чисто харьковской биографии. Но об этих 2 годах стоит сказать особо. Директором МЭИ в то время была жена всесильного Маленкова, первая леди государства, которая совершенно особо относилась к Науму Ильичу. Злые языки поговаривали, что это было не просто восхищение его научной одаренностью и талантом преподавателя. Необыкновенно по-мужски привлекательный Наум Ильич, похоже, стал объектом лестного, но смертельно опасного для ученого увлечения. К тому же оно означало ту самую близость власти, которую Наум Ильич всегда избегал. Это ли, или предложение Курчатова принять участие в советской атомной программе, на которое идеалист Ахиезер ответил категорическим отказом, но Наум Ильич в 1947 году возвращается в Харьков. Работает в университете, возглавляет старейшее в стране Харьковское математическое общество, а с 1961 года математический отдел в ТИМТО, где и по сей день, бережно, как реликвия, хранится кресло Ахиезера и его книги. И над всем этим поистине грандиозная творческая работа. Достаточно сказать, что с 1945 по 60-е годы Наум Ильич опубликовал более 50 крупных работ, ни одна из которых не утратила своего значения, а многие стали классикой мировой математики. Всем этим выдающийся ученый мог бы ограничиться. Но совершенно очевидно, что Ахиезер, чья фамилия в переводе с древнееврейского означает «брат помощи», был одержим еще одной мечтой, а вернее ответственностью за судьбу молодых, за судьбу последующих поколений и науки в целом. Очевидцы не могут забыть его лекции в университете. Видимо, в них действительно было что-то, отличающееся от обычных хороших лекций. Вот когда Наум Ильич, как бы доставая из рукава, писал формулу на доске, я говорил, вы посмотрите, какая это функция, какая это красота! Вся аудитория сидела, раскрыв рты, не было этих шелестений там, или отвлечений. Лекции Наума Ильича проглатывались
за 2 часа как нечто единое целое. Однако и студентов ему было мало. Один из немногих, Наум Ильич Ахиезер, понимает, что создание математической средней школы необходимо как воздух такому городу, как Харьков. Скорее всего, он мог бы подписаться под высказыванием академика Арнольда, что математическая безграмотность губительней костров инквизиции. Может быть, поэтому Ахиезер, ученый с мировым именем, никогда не гнушался скромной должности школьного учителя и сам вел занятия в 27-й школе. Спустя 2 года после открытия о школе, о ее успехах, о победах ее учеников на олимпиадах заговорили вслух. И они действительно были не менее впечатляющими, чем у Московской и Ленинградской математических школ, единственных на ту пору в стране. Кстати, среди сегодняшних маленьких победителей олимпиад по эврике мелькает фамилия Ахиезер. Внук ли это? Внучатый племянник? А может, правнук великого ученого пустился на штурм фамильной науки бок о бок с будущими Гравы, Бернштейнами, Погореловыми? Впрочем, на данный момент еще не важны их фамилии, ведь лишь время покажет, какой из них суждено остаться в тени, а какой прогреметь на весь мир. Главное, что у этих маленьких математиков большое будущее, потому что они живут в городе, где была и есть с большой буквы «школа».